21 августа в Зарайском ледовом спортивном комплексе прошли соревнования по классическому жиму лежа, посвященные Дню города. Спортсмены из Зарайска, Луховиц и Коломны выступали в различных весовых категориях, соревнуясь друг с другом в мастерстве и силе. На протяжении нескольких часов стальные люди выясняли, кто сильней. В соревновании приняли участие не только состоявшиеся атлеты, но и юниоры. Победителями в абсолютной категории стали спортсмены из Зарайска. Лучше всех из мужчин выступил Александр Топорков, среди женщин – Валентина Медведевских. Особенно успешный результат показала воспитанница Зарайского ледового спортивного комплекса Елизавета Бакланова. Она стала абсолютным победителем турнира среди юниоров. Все участники, занявшие призовые места в своих категориях, были награждены грамотами и медалями, а лучшие – еще и золотыми кубками от организаторов соревнований. Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.